Знаете ли вы, что обязательство читать и стремиться к знаниям закреплено в ранних мусульманских текстах? Согласно Корану, первое повеление в первом аяте ниспосланной суры звучит как «читай». Такие слова, как «наука», «ученый» и «образование» упоминаются в Коране более 700 раз. Ислам не устанавливает возрастного ограничения в образовании. Он разрешает учиться от колыбели до могилы. Изучать можно как религиозные, так и светские науки, а пол, время и возраст при этом не имеют значения. Также исламская традиция вменяет в обязанность родителям научить своих детей грамоте, чтобы они могли получать знания и расширять свой кругозор. Thank you.